Папа Римский Франциск, находящийся с шестидневным визитом в Африке, провел богослужение в столице Демократической Республики Конго. Проповедь понтифика в Киншасе слушали более миллиона паломников и около тысячи священников. Сегодня мы верим, что с Иисусом всегда есть возможность быть прощенным, начать все заново, получить силы, простить себя и других. Христос хочет, чтобы мы объединились в Его прощении, дать нам мир и стойкость, стать способными также прощать. Это и есть мужество совершить великую амнистию сердца. Цель визита Франциска – обратить внимание мировой общественности на регион, где уже много лет продолжается вооруженный конфликт. Поездка понтифика также демонстрирует растущую популярность и влияние Римско-католической церкви в этой части Африки. После Конго папа Франциск посетит Южный Судан.